Всем привет! Сегодня 8 сентября. Лена задумалась. Суббота. Я только проснулась. Сейчас буду паковать пиццу. Вернее, я уже умылась, но больше ничего не делала. Сейчас запакую пиццу, чтобы мне ее не забыть на лоджии. И буду собираться на работу потихоньку. Сегодня я работаю до 15 часов, за что я люблю субботу. И воскресенье тоже у меня короткий день, но зато к 7 утра. Я уже в машине, на улице плюс 4, утром я встала, было плюс 3, это значит ночью был вообще 0. Интересно, грибы померзли или нет. И сейчас поеду на работу, пицца уже со мной. Вон она тут пахнет у меня на всю машину. Все, зашла я на работу, сегодня я работаю одна, вчера я работала с девчонкой, поэтому камеру не включала днем. Вот, а сегодня я даже не знаю, буду включать или нет, потому что все равно народ тусуется. За время моего отпуска поменяли нам тут окно. Была такая убогая форточка. Сейчас нормальное окно, но мне вот это вот дело, что нету форточки. Человек подходит, надо вот это вот вставать и вот это вот двигать. Это ужасно. До чего неудобно, я не знаю, может быть, попросить эту форточку еще одну здесь вот так вот вырезать, чтобы... серединку отодвигать, не знаю. Вот я сейчас палец засунула, уже палец болит. Как-то не очень ясно. А так, конечно, все красивенько, все это аккуратненько. Машинку для денег новую поставили. Ладно, сейчас пиццу отнесу ребятам. Тут у нас подсобное помещение. Сейчас я мальчишкам налью чаечку, вернее водички. Сейчас пока закипит, они придут. Пиццу я вот так вот разрезала, потому что на поднос она не становилась, на два кусочка. Какая разница? Там ребята разберутся, как говорил наш один знакомый, показывая на свой живот. Там ребята разберутся. Ну, а у меня продолжается рабочий день. Я уже основную работу переделала, перебрала все документы, которые без меня тут были. Все пересмотрела, повспоминала. Вот мой компьютер, здесь у меня телефон заряжается. Здесь у меня мелочь, деньга на сдачу. Но людей в субботу мало у нас. В основном заявочки такие. По городу поехали все супермаркеты. У меня стол поскрипывает, если слышно. Ну, короче, рабочий день идет в разгаре, можно сказать. Ну, спокойный день суббота. Пошла помыть чашку. Поднос от пиццы уже пустой. Благополучно ее стрескали. Поэтому повезу обратно. Уже чистенький. Это вот ходит, попрошайничает постоянно. У меня во рту конфета. Просто пока зашел, я его бегом включила камеру. И всех называют Ванями. А Ваня все. И притворяется дурачком. Он умный. Он нормальный. Прожевала. Вот такие у нас гости бывают. И что вы думаете, я сейчас буду делать? Зашивать свитер. Конечно же, это не мой свитер. Я принесла с дома нитки, иголки. Это свитер паренька. Работает у нас на складе. У него умерла мама. Через время умерла бабушка. И он стал бедя с отпуска, чтобы я приехала и зашила ему свитер. И сейчас я эту дырочку ему залатаю на рукаве, зацепился за рукав. Свитер хороший, теплый, но вот жалко. Поэтому лень и работа подвалила. Ну все, дырочку заштопала. Сейчас пойду предложу пройти квест «Найди дырку». Пусть найдет дырку, где я зашивала. Гляньте. Не видно, нормально. Приехала домой к свинкам с травкой. Гляньте, как они жуют, с каким аппетитом. К вафельке, к черепашке с цветами. Сейчас отнесу ей. Муж в ночь заглянула в комнату, он спит. Причем телевизор включен, лежит на боку и пульт держит крепко в руках. Постоянно этот с пультом не расстается же, а? Вот она вафелька. Сейчас я обмакну в кальций смесь. Вон она уже засуетилась. Да, камеру я положила. Сейчас обмакну. Дам ей на растерзание. Ты чё панцирь свой показываешь людям? Покажи свою мощь нагленькую, наглючку. Вафелька, вот вафелька. Вот тебе цветочек позади тебя. Смотри, что она принесла. Видите, в кальций смесь. Это специально, чтобы панцирь был крепкий. Давай поваляться. И зуй давай. Вот так мы зуем. Вот моя вафелька трескает цветок. Так, а что я сейчас буду делать? Я, наверное, тоже потрескаю. И потом что-нибудь буду уже заниматься. Чем-нибудь. Не знаю, чем еще. Не решила.
Зашла на кухню и поняла, что мне предстоит. Во-первых, вот это вот у меня, что вчера получилось, консервы скумбрии по рецепту Гюзельки. Кто не видел, посмотрите вчерашнее видео. Если не забуду, ссылку оставлю. И я вчера сварила бульон, не сварила щи. Вернее, борщ хотела варить. Поэтому сейчас покушаю и быстренько сварганю борщец. Ну что же, муж ушел на работу. Я на кухне все закончила. Муж ушел в ночь сегодня у меня. Он у меня день-ночь, отцепной выходной, кто не знает. Поэтому постоянно он то есть, то нет его. И сняла сейчас видео на канал Елены Зверята про вот эту вот мою черепашундрию. Зовут ее Вафелька. Очень забавная, очень потешная. Она маленькая, ей 3 с лишним годика. Такая шустрая, кусается. Меня даже чапает иногда. Так что такое сегодня у меня видео получилось. А на этом я его буду заканчивать. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Жмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе всех событий. А я вас всех люблю. Всем пока. И до новых видео.